Світлана Полянська – стиліст, іміджмейкер, ведуча майстер-класів. Стильні секрети особистої привабливості. Розкриває кращі риси у людини за допомогою відповідних образів. Так, і ми зустрічаємо нашого гостя. Доброго ранку вам. Гарного дня сьогодні. Також бажаю вам. Отже, сьогодні у нас така проблема, що робити з нашим гардеробом. Як його розібрати правильно, щоб не було завжди проблем. Бо це ще завжди там якесь. І намагаєшся тримати все у порядку, але все одно воно буде все шкереветись. Так. Так от, з чого ми починаємо розбирати наш гардероб, щоб там було все в порядку? Доброе утро. Доброе утро, телезрительницы. Очень хороший вопрос. И начнем мы с того, что мы просто выбираем все из гардероба, либо на кровать, либо на какую-то большую площадь, и делим это все на три группы. Первую группу называем «идеально». Это то, что подходит нам идеально по цвету, по фасону, по стилистике, по жизненной задаче. Ну, все идеально полностью. Мы это носим практически каждый день. Мы это любим и каждый день на себя надеваем. Второе – это группа «сомнительно». Возможно, нам подарили эту вещь, не совсем угадали, может, с цветом. Ну, немножечко, может быть, она не актуальна. Она вроде бы целая, вроде бы хорошая, но что-то не то. То есть мы себе в ней не нравимся. Отвешиваем это на отдельную вешалочку, либо в какой-нибудь пакет, либо в коробку куда-нибудь мы это убираем. Если нам жалко с этим расстаться на сегодняшний день, мы это просто убираем с глаз, убираем из гардероба. И третья группа – это плохо. То, что растянулось, то, что уже вышло из строя, то, что уже не актуально, то, что надевалось там несколько лет назад, там еще в школе носили, но жалко выкинуть. То есть это все. Так я бываю. Пакуем сразу, пока не включились эмоции, выносим. Сразу выносим. Навіть не залишати щось, можливо, для хендмейду, там щось переробити підстильне, ні, не залишати. Ну, це ж на самом деле самообман, ну, ми не будемо це робити, ну, на самом-то деле, у нас нет на это времени. І вроде бы мы откладываем это, да, в долгий ящик, но на самом деле это просто занимает место. И когда мы открываем шкаф, наш мозг получает сигнал, вещи есть, ничего не нужно менять, все хорошо, вещи есть. Але коли треба кудись вдітися, мы відкриваем шкаф и знаем, что нам нема що вдягти. От як, що мені вдягти зараз на вечір, наприклад, так? Именно поэтому нужно убирать то, что плохо, мы убираем сразу, сомнительно убираем с глаз, либо в другой шкаф, либо в какой-то кофр мы сразу это оформляем, чтобы мы этого не видели, у нас этого нет. И у нас остается только группа «идеально». Как правило, это совершенно небольшое количество вещей, и мы реально понимаем, нечего надеть. И вот сразу видно проблему, так? Только отсюда начинаются изменения, только отсюда, и все. Так, а що ж робити з тими, що ну майже пасують, інколи пасують, що з ними? То тільки прибрати, чи можливо їх теж викинути і купляти щось нове? Там все, звісно, залежить від наших цілей. Якщо вони сумнівні і ми їх не надіваємо вже десь одну півгода або рік, краще від них ізбавлятися. Краще комусь їх передарити. Зараз от всі ці центри возле ескалатора стоїть великий бокс, куди можна убрати ваші чисті нормальні речі, просто ви їх чомусь не носите. Поділіться з людьми другими. Ага, ну ось вам варіант, так. Як правило, да. Либо подарить кому-то, либо просто, ну, не жалейте, если вы это не надевайте, лучше это выкинуть. Это просто занимает место, оно тянет вашу энергию, да, говоря энергетическим языком, эзотерическим, и толку никакого не приносит. Так, зрозуміли. Отже, ті, що взагалі не носите вже дуже давно, ми їх викидаємо, те, що нам не підходить, і вони ну, по фасону. Не вірте в те, що ви зможете щось із нього зробити модне, це неправда. Боже, в мене так вдома лежить, ну, дійсно, суконь 5, напевно, кічка, чи я їх перешию, просто хоча б трошки під себе. Так, я зрозуміла, сьогодні треба чистити гардероб. Добре, зрозуміло, у нас залишається ідеально, так? Отже, що ми робимо далі? Ми розуміємо, що у нас дуже мало речей. Як нам підібрати той основний гардероб, щоб дійсно було щось вдягти? Бігти в магазин, набирати все підряд нове? Берем листик и пишем, чего нам не хватает. Как правило, это вещи, в лучшем случае это будет 2-3 комплекта, а как правило, это какой-то один комплект. То есть это джинсы, футболка, пиджак какой-нибудь, да, или наоборот, одна юбка с какой-нибудь блузкой. Каждому низу должно быть минимум 3 верха. Это как, ну, как ориентир такой, да, если у вас одна юбка, значит, к нему 3 верха, одни джинсы к ним 3 верха, если это все сочетается хорошо, если не сочетается, значит, соответственно, их больше должно быть. Вот, должно быть одно какое-нибудь платье, ну, это так, если совсем по каким-то таким стандартам идти, да, то есть одни брюки, одни джинсы, одно платье, одна юбка, и к этому должно быть по 3, даже до 5 верха.
Мы ту группу, которая идеальная наша, мы ее делим на базовые вещи. Они должны быть хотя бы 40% из общего количества, как минимум. Это вещи, которые однотонные, без драпировок, без всякого декора, без стразика, без ничего. Боже, це ж треба ще пошукати, щоб у нас такі були просто ідеальні речі, без нічого, щоб підходили до усього. Це треба подивитися. Да, просто ровные, чистые, которые подходят под все. Вторая группа, должны быть стильные вещи, хотя бы 20-30%, и модные вещи, то есть трендовые. Если вы не хотите носить трендовые вещи, ну, не хотите вкладываться в модную индустрию, некоторые люди ее игнорируют, пусть это будут стильные вещи, то есть это те, которые вам по стилистике подходят. Какие-нибудь принты, какой-нибудь крой интересный. То есть это не базовая вещь, она не нейтральная, то есть она уже какая-то интересная, и она подходит именно вам. Получается, где-то вот база, это 40-50%, все остальное должно быть стильная и модная группа. Так, дівчата запам'ятали, та й хлопці, я думаю, варто теж переглянути свій гардероб, щоб як правильно складати його. Так, зрозуміло, так що набираємо собі стильні речі, набираємо такі базові, щоб було під що вдягти. Але треба дійсно переглянути свій гардероб, мені здається, у мене там дуже багато проблем. Так. Еще один момент. Если наш гардероб должен соответствовать нашим жизненным задачам. Если у нас, например, 50% времени или там, 60% времени в месяц уходит на работу, значит, из всех вещей должно быть 50% на работу. Если у нас там 20% уходит на отношения времени, там, например, мы ходим на свидание, знакомимся, значит, 20% вещей должно быть на свидание. Ну, соответственно, да? А как одеваться в эти сферы, мы уже говорили в разных в других эфирах. Да, якщо хочете, перегляньте у нас на Ютубі, телеканал Миколаїв, дивіться от розмови, я думаю, варто все ще раз собі напам'ятати, як вдягатись у різну сферу. Але я думаю, щоб оці ідеальні речі не стали тими, які будуть взагалі не потрібні, їх ще варто правильно розвішувати до шафи і розкладати, так? Є певні органайзери і спеціально, от розкажіть про це, як доглядати. Звісно, порядок має бути порядком, однозначно. Да. Бельо краще хранити в спеціальних коробочках, зараз їх дуже багато появилось, і зараз дійсно дуже хороший доступ, то есть аккуратненько, чтобы оно не валялось комом. Мы бачим ось такі органайзери. Да, прекрасно. Именно вот такие вот. То есть все у вас аккуратно сложено. В такие же органайзеры можно складывать ремни, можно складывать шарфы, если они не объемные, например, шелковые шарфы, большой набор, то можно точно так же в органайзеры их складывать. Ось кроватки для чоловіків, як можна теж складати, якщо є. Либо мы точно так же ремни и платки складываем, завязываем на вешалки. И вешаем просто в шкаф. Вешалки лучше выбирать гладкие. Если это деревянное, обязательно пройдитесь рукой, потому что там могут быть зазубринки, они могут быть нехорошо отполированы. И пусть внизу будет перекладина, потому что эту вешалку вы тогда вы можете использовать и для верхней одежды, да, плечевой, и для брюк, например, либо для юбки. Поэтому она должна быть универсальная. Гладкая, удобная вешалочка. Так, ось бачимо приклад, ось такі вешалки краще вибирати, так? А якщо оці от поролонові м'якенькі? Можно, конечно. Вообще, знаете, как мы девочки-девочки, хочется такой гармонии везде. Если у нас все деревянные, то пусть все будут деревянные. Вы открываете, и такая гармония красивая перед глазами. Да, если у вас все поролоновые, ну пусть они тогда уже будут друг другу соответствовать. Это, ну, такой гармоничный момент такой. Слушайте, ну круто. Так, розібрались, розуміли. Тепер знаємо, що сьогодні ввечері ми або йдемо гуляти, або йдемо розбирати наші шафи, тому що там багато проблем. Особливо я, ну, розумію, що буває, що накупую щось нове і хочеться його одразу показати. А ті речі, які носила, колись любила, вони дійсно лежать вже, можливо, півроку, я їх просто не вдягаю. Тобто їх вже треба переглянути і, можливо, від чогось відмовитись. Звісно, так? Звісно. Якщо вони нормальні, то їх, я думаю, можна відкласти, там, можливо, знову повернеться мода на них і зносити, чи ні? Це теж сама обман. Ага. Не нужно. Це емоції. Це емоції, да. Желательно, якщо ви не надівали полгода, год, убирайте эту вещь, убирайте ее хотя бы с глаз. И если вы ее убрали с глаз, и вы о ней забыли, и все уже не вспоминаете, то уже все ее однозначно нужно убирать из своего гардероба и ее заменять чем-то новым. Так, давайте ще раз так підіб'ємо підсумок. Три поради, що робити з гардеробом нашим глядачам, щоб вони ось сьогодні їх запам'ятали і ввечері це все зробили. Перше – це розділити на три групи. Ідеально, сомнительно, плохо. От плохо избавиться сразу. Не задумуйтесь. Сомнительно отвесить куда-то. А то, що ідеальне, ми ділимо на сезон, на текущий і предстоящий. Ділимо на групи, базовая група, стильная, модная. І смотрим в соответствии нашим жизненным задачам.
хотим. Угу. Насколько наш гардероб соответствует нашему времени, проведенному в этой жизненной задаче, и нашему количеству вещей. Угу. Зрозуміли, запам'ятали, сьогодні ввечері біжимо розбирати свої шафи, дивитися, що ж там не так, і правильно їх вкладати все, щоб було гарненько і гармонійно. Дякую вам, нагадую, Світлана Полянська, стиліст-менеджмейкер, була у нас сьогодні в гостях, поділилася секретами, як правильно, як привести до ладу наші шафи, що там зробити з нашим гардеробом. Дякую вам.